Здравствуйте, с вами Катерина Воронченко. Похоже, зима возвращает свои права, к нам идет похолодание. Насколько резко упадет температура, пока неизвестно, но то, что осадки будут, определенно. Ну а завтра на севере днем до 1 мороза, небо затянут облака, ожидается днем и ночью слабый снег местами, ветер холодный северо-западный 6-9 метров в секунду. Предстоящей ночью температура опустится до минус 1 и будет гололедица. В Дубосарах и Григориополе около нуля днем, также пасмурно и слабый снег ожидается утром и ночью. После заката температура опустится до минус 1. На юге картина абсолютно похожая. Около нуля днем ожидается, небо затянут все те же облака. Днем и ночью ожидается слабый снег местами. И ветер северо-западный 6-9 метров в секунду. Ночью температура опустится до минус 1. В последующие сутки без осадков, зато ночная температура упадет. У меня на этом все. До встречи.